Консультационный пункт «Университет родительства» детского сада Казанского федерального университета «Мы вместе» функционирует в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования и с целью обеспечения повышения компетентности родителей, законных представителей. Цель проекта – оказание информационно-образовательной поддержки родителям, законным представителям, детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации на базе детского сада КФУ «Мы вместе». Консультационный пункт реализует следующие задачи. Обобщение и распространение положительного опыта консультирования родителей, законных представителей, детей дошкольного возраста от 0 до 3 лет, а также продвижение положительного опыта в средствах массовой информации. Повышение профессионального уровня специалистов по сопровождению и консультированию родителей, законных представителей, детей дошкольного возраста, в первую очередь детей от 0 до 3 лет. Диагностика и психолого-педагогическое консультирование родителей, законных представителей, детей дошкольного возраста, в первую очередь детей от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Консультационный пункт «Университет родительства» осуществляет свою деятельность на базе детского сада КФУ «Мы вместе» в помещении структурного подразделения детского сада Центра сопровождения семьи. Как можно попасть на консультацию? Ну, во-первых, можно записаться по телефону 8-965-61-88-138, либо зайти на сайт консультационного пункта «Университет родительства» и выбрать, в каком формате вы хотите получить консультацию. Консультацию можно получить очно, дистанционно, либо выездная консультация. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для них время посещения консультационного пункта. Исходя из заявленной тематики, к проведению консультации привлекаются те специалисты, которые владеют необходимой информацией в полной мере. Все консультации для родителей бесплатны. Родители интересуют различные вопросы, например, послушание ребенка, его боязливости, вопросы здоровья как физического, так и психического, а также вопросы организации досуга ребенка и многое другое. В консультационном пункте родители получают ответы на свои вопросы, а специалисты пункта советуют им, как правильно скорректировать воспитательные воздействия. Во время индивидуальных встреч родители получают рекомендации по вопросам воспитания и обучения. Специалисты проводят консультации, исходя из запроса родителей, оказание помощи в создании в семье коррекционно-развивающей среды, какие игрушки и предметы можно использовать в играх с ребенком, что можно сделать своими руками для развития познавательных процессов, знакомство с детской литературой, обучение родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой и общей моторики, артикуляционной гимнастики. Групповое консультирование осуществляется следующим образом. Подбираются родители, озадаченные однотипными проблемами в развитии и воспитании детей. Такое деление на группы позволяет создать доверительную атмосферу при обсуждении тем. Работая в микрогруппе, родители видят, что они не одиноки в своих проблемах и тревогах, узнают пути, которыми другие родители решают возникающие трудности.